Всем привет, с вами Хайтек Томас, а это долгожданное подведение итогов конкурса. Конкурс мы проводили в видео Xiaomi Box 3 «Ответы на вопросы». И здесь мы разыгрываем с вами геймпад. Нужно было поставить лайк, подписаться и оставить любой из комментариев. Собственно, по последнему мы будем выбирать победителя, то есть по комментарию. Комментариев у нас собралось 32, минус один мой, то есть 31 комментарий. Я первый раз провожу конкурс и думал, что же, как его проводить. И вот нашел, наткнулся в интернете, гуглил сервис, ну как сервис, tatet.ru рандомайзер. Вообще это какой-то интернет-магазин, это не реклама абсолютно, какой-то интернет-магазин. Ну вот у него есть такой вот сервис. Что мы делаем? Прям при вас, то есть вот идет все видео онлайн, без всяких склеек. Копируем адрес нашего видео, вставляем вот сюда и нажимаем «Поехали». И сейчас мы узнаем, кому отправится геймпад. Так, Микейла Крафт. Всем удачи, я тоже хочу победить. Я ни разу не выигрывала. Надеюсь, побежу. Оставляет свой она почтовый адрес. Всем удачи, Микейла Крафт. Давайте зайдем на ее страничку. Подписки. Да, она подписана на канал. Ну, в принципе, все. Поздравляем Микейла Крафт. Мы с вами свяжемся по электронной почте и отправим вам геймпад. Кстати, никаких не нужно платить там за доставку, ни еще чего-то. Абсолютно все бесплатно. Просто придете на почту и заберете его. Ну а с вами был я, Хайтек Томас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.